Всем добрый день, и мы вновь с вами. Решила провести влог, но у меня не получается с самого утра как-то видео снять, ну поэтому вот мы поехали сегодня с Валерией. Привет. Едем за линзами в поликлинику, прежде заедем за Настей с бабушкой и поедем уже всей семьей своей маленькой. Сегодня погода у нас, ну, в общем-то, теплая, солнечная немного, переменная облачность. Решила воплотить в жизнь несколько кукол, в подарок сделать куклы. Поэтому сейчас увлекаюсь, просматриваю, изучаю изготовление, процесс изготовления кукол, как правильно, из какой ткани. Смотрю выкройки одежды, подбираю ткани, чтобы соответствовало, чтобы куколки выглядели в одежде интересно, чтобы так кратче от них снять их на видео, как они тут, как мы встретимся с ними. Они не будут, конечно, этого знать, но договорились встретиться здесь в определенном месте, и теперь будем поджидать их, так как нам неудобно за ними заезжать, им немножко придется пройти. И здесь у нас вот самый опасный перекресток находится. Здесь очень часто происходят аварии. Но мы будем их встречать. Бабушка раскладывает таблетки дяде. Настя! Пока! Пока, говорит. Давайте, будете меня когда-нибудь заменять. Заедете, вот лекарства разложите. Галине уколы делайте. Да. Так, седьмое. Вот мы уже подъезжаем к поликлинике. Сейчас пойдем за линзами. Вот поликлиника. У нас, конечно, никак слишком в цивилизованном обществе, в поликлинике. Не знаю, как с народом. Обычно все коридоры полные. Не вижу нас. Всем приветик!
сколько ладно. Ты раз будешь привет говорить. Спасибо. В ту сторону? В обратной стороне? Пойдемте в обратную сторону. Нам на первый этаж нужно пока что. Я прошла. Здесь проходит диспансеризацию по годам. Я как раз перед операцией пошла, оказалось, мой год. Да. Мой год, и поэтому прошла экстренно. Я прошла. Все друг за другом, как в очереди. Давай, Настя. Что-то все двери. Ремонт. Поликлиника пустая почти что. Сантиметров 90, наверное. Да? Подглянем. Деньги-то давай. Деньги надо? Здесь вообще тишина. Почти нету. Кабинет ПКГ. Здесь работала наша бабушка. Все хором. Получили? Или жидкости нету? Рядом ты сейчас. У него там. У Александра Лешина. А пойдем, дойдем к вам. Сейчас пойдем в гости. Да, бабушка в свою излюбленную поликлинику зашла. Здесь кабинет ЭКГ. Работала здесь наша бабушка. Первый день сегодня вышла Людмила. Она вышла сюда, а ты не была еще. У тебя что, приехали, ребята? Я сейчас у тебя ездить. Дальше в гости идем. Каждой карточке идут стихотворения. Угу. То есть логопедические. И ребенок учится читать по слогам, берет буквы, достает. Желтый со вкусом. Видео я снимаю. Вот. А, хочешь отправить? Желтый со вкусом лимона. Кого-нибудь. Такие буковки. Буквы вот, жить. Интересно. Такая, мягонькие. Да, они мягкие буковки. А для самых маленьких это у нас вот такие вот есть. А здесь? Крылатые хвостатые. Это набор пазликов есть. Это у меня тоже. Пазлики. На каждой страничке пазлики идут. И разукрашка. Три в одном. Чемоданчик, пазлики. Ага. Мы этот чемоданчик уж весь растрепали. Ну-ка, а здесь как нажимать-то? На буковки. Вот в начале слова буквы. В. Сейчас. И что там? Молодец, не сказали. Слова. Слова. Слова набираете, допустим, мяу, допустим, набирает ребенок. М, я, у, да? Я. У. У. Ой, я ю хотела. У. У. Мяу. И чё? Что? А ты экзамен сдаешь? Да, давай проверим твои знания. Ты неправильно. Нажми букву Д. Д. Молодец, правильно. Д. Нажми букву И. Алло, нам самим играть. И. Чего вы говорите, тетя? Правильно. И. Управление, да? Большой энциклопедия для дошкольника. Какая прелесть. Готовимся, учимся писать математику, мышление, английский, растения, животные, домашние, дикие виды, птицы, рыбы, континенты, России, профессии, смотрите. Сколько такая стоит? Цена на обороте пропечатана у нас издательство. Все цены пропечатаны на обороте книжечки. Вот цена. Всего три пятачка. Три пятачка. Дешевле, чем у нас нигде нет, все равно. Ой, у меня нету детей маленьких. Что стоит? Три пятачка всего? Какая прелесть. Ребенок хочет читать по слогам, идут профессии. Здесь же в этой же книжке, смотрите. То есть континенты, России, профессии, виды животных идут. Раздел английского языка. Вот циферки, ребенок пишет буковки. Здесь рисует и пишет сразу же карандашком, стирает. То есть оно стирается, да? Да, конечно, конечно.
цифры ребенок а изучает. А писать чем? Ручкой? Карандашиком. То есть ребенок карандашом все стирает, здесь потрогайте, мелованная бумага. По пунктирной линии ребенок учится обводить. Ой, то есть такого формата, пропись как бы идет. Ой, спасибо, какая прелесть. А у вас есть глюкоза на кальций? А глюкоза? Глюкозу спроси. Глюкоза есть? Таблеточка. Для аскорбинки? Ну, можно аскорбинки выпить. Гомонок. Так-то я сама возьму тебе. Ну, ты спрашивать не стала. Я тебе приду. Есть там мелочи? Вот взяли мы линзы. Как получается, без разницы, да? Просто на какой глаз начнешь их одевать? Правый, если на правый, левый на левую, на левый глаз линзу. Так и использовать. Так вот у них нет различия, правая или левая. Стоят они 500 рублей на сколько? На три месяца. Жидкости не было для линз. Теперь пойдем узнавать, где ее приобрести нам нужно, так как врач в отпуске. Поедем к нему. Платную клинику. Да. Вот у нас какие люди. Не отойдут. Ни шаг вправо, ни шаг влево. Машина едет. Едут прямо под машину. Под колеса. Мы находимся в самом центре нашего города. Здесь у нас метрополис. Построили не так давно. Там. Это был кинотеатр бывший. Теперь там чего только нет вообще. Мы с Настей, если видно, идем под ручку. Ходить сама совсем не может. Постоянно падает, спотыкается. И поворачиваем на улицу Октябрьскую. Вот здесь филиал пединститута нашего, художественно-графическое отделение. И вот это вот Медлайн. Медлайн. Теперь заходить. Вот сюда. В эти двери, где мы. Там написано, что тихонько, Настя, под ноги смотри. Я больше спрашиваю. Тихонько, Настя, поднимайся. Давай. Вот так мое страшно. Голубое красивое небо. Тихо. Это вот сюда нужно, да? Завтра ей. Завтра нужно прийти и завернуть сюда. Сказать, что мне. Закончилась жидкость для линз. Мне нужно купить. Идем теперь в Метрополис. Взяла Настя вот такую аппликацию. Стоит вот из такой картонной картинки. Цветных шариков.
там еще клей. Нужно наносить клей на определенные кружочки и приклеивать вот такие шарики для того, чтобы создать аппликации.